Всем привет, ребята! Вот здесь банка, ну, не банка, но вы поняли, коробка. Что в этой коробке, как вы думаете? Тут написано мороженое. Слайм. Тут слайм. Вот. Он еще раз плавится, поэтому это его коробочка, он плавится. Сейчас я его вот так вот сомну. Видите? Надеюсь, вам видно, как он плавится. Это мама поет. Я так увлекаюсь этим слаймом. Хотите немножко? На. Найти. Ну ладно. А сейчас. Ой, сейчас. Сейчас я не знаю, что будет. А, сейчас я покажу мою любимую игру с этим слаймом. Вот такая вот штучка. Я это называю ведерком в игре. Ой, выкатилась. Вот эта штучка, так что не волнуйтесь, что. Ну, вы поняли. Так вот, как река будет. И в этой реке она не настоящая река. Мне нужен телефон. Окей, сейчас. Это сахарная река, и ведерко вот так вот окунается, и там выходит сахарная вода. Да? Не то, что в Калифорнии. Мы первый раз пришли в бассейн. 3 недели где-то мы здесь. Даже после того, как мы получили ключ, и то мы несколько дней прошло. Класс? Осторожно, Ева, бордюрчик. У нас такой бассейн не очень большой, видите? 6 фитов глубиной самое большое и 3 фита самая неглубокая часть. Что у нас там есть? Пойду посмотрю. Ну, есть стульчик, есть лежаки. Аксель, спускайся на доске. В нашем бассейне первый раз. А вон у нас индоутки тоже там. Видно вам, нет? Купаются. Виды, конечно, здесь потрясающие, красивые, закаты красивые. Сейчас вот они серенькие, а были розово-серые облака. И пальмы, прям вот южный такой пейзаж.